Давайте вырежешь! Солнечный день, возле Питера сна. Группа дороги, дорога я, твой порядковый номер. Дорога я, пожелай мне... Я играю свой гимн, который я обязан по жизни его держать. Ты когда родился, Вадим? Не помнишь? В школу-то хочешь? Не кашляешь? Нет, молодец. Кто тебе прическу навел? Это Катя. Рот открываем? Хорошо. А, скажи. Так, это кто мне? Что ты не знаешь свою фамилию? А год рождения ты помнишь, Витя? А? Нет. А? Вот. Повернись ко мне. А? А. Молодец. Тоже зубки гнилые, да? Болят часто. Год рождения, Коля, скажи свой. 98-й, мы с тобой уже как-то говорили, когда ты болел, помнишь? Я тебя уже спрашивала, надо знать, какой он. Так потеряешься где-нибудь, тебя не найдут, представляешь? Фамилия говори. Расхина Мрам. Молодец. Год рождения, ты, Роман, помнишь? Да. Какой? А? В 2000 году. Правильно, молодец. Ты в какой класс у нас пойдешь? Я второй. Сероводородом воняет. Сероводород. Я иногда думаю, если пробурить, то пойдет горячий источник. Можно тут парники все устроить. Или вот, снег, да? Сколько энергии от нее можно? Если ее разложить на водород и кислород. Ветряк поставил, электричество пошло, цистерны, и разлагаю его на водород и кислород. И заводи, истребительные эти моторы можно поставить. Пойдет все, и не надо это нефть искать, где-то там копаться, рыться, убыть. Элементарно. Но мне кажется, это все... Нефтебароны не хотят этого. А энергия, она вот она, везде. Thank you.
дома ходят туда-сюда. Вот. В Гетгеросской на Южной 10, там уже несколько дней двери не закрываются. На Южной 6, тоже на Советской 6, посмотрите, у Южной. Вот. У нее тоже батареи, система течет антифриз. Надо будет посмотреть, чтобы в зиме все было готово. Алло, доброе утро. Энн Урбина вас беспокоит, уполномоченный главы. Детский сад живет, игрушек мало. Вот. Ну, последний год мы живем в этом здании. Вот. Хочется уже в новое здание перейти. Вот. А вы мне расскажите, пожалуйста, кого обещаете к нам прислать? Педагогов, воспитателей, специалистов. Образовательных. Где жили чукчи, охотники, ну, здешние, чисто здешние. И потом переехали они. Люди собрали всех в одно место. Там шумно. Да, и там можно и напиваться, и учить.
А памперсов, что это такое вот здесь вот красное, я ему не одеваю памперсы. Не одевайте. Да, вот такие босые парни наши. Вот мужичары. Давай потянемся, потянемся, маленький. А памперсы? Ага, я ему не одеваю памперсы. Ай, ай, ай. Ого, ого. Ну и что? Куплёнде. Панька мокрый. Люди тут пережили очень много, и сейчас они переживают. В таких условиях живут, что ж, страшно вот, представить. Но, однако ж, они, местный народ, они привычные к этому суровому климату, к суровой жизни, к этой своей. У них, в принципе, здесь все есть. А я нет. Вышла с вертолета. Очень странно, страшно. Мне квартирку дали маленькую, вот эту вот. Зашла одна кровать, один стол. Стул, а не стол. Стола не было. Без стола я жила почти 4 месяца. В общем, условий никаких для того, чтобы жить медработнику, не было. Хотя у нас должно быть 2 фельдшера здесь. Но никто не хочет лететь сюда. Но здесь все сам ты делаешь. И шьешь. Хирургия сейчас на первом плане у нас, так как село отдаленное, водку не завозили, сейчас завезли нам кораблем, пьем, много пьем здесь очень, ведем себя неправильно. Ну а все это выходит на медика, то что медику больше приходится и детей контролировать постоянно, и зашивать их, они дерутся, не понимаю. В общем, жить здесь в таком возрасте, только нужно в молодом возрасте и привыкать. А уже в таких годах здесь тяжеловастенько. Под водой будет держать. Давай, 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 давай. Голова сразу впереди. Gracias.
Крепкира. Вот, переставь сюда. На первую переставь. Не захлестнул. Спугались. Пока доехали. А там еще один упал в море. Хорошо, что обои лодки рядом были. Он между лодок упал. Мы его сразу раз схватили. А так бы утонул бы что-то. Упал где-то, сука, не машет. Орет. Ну, схватили, вытащили его. Привезли весь мокрый. Это на лодке тут, особенно с пьяными, на ней нельзя ездить, это ж море, они все были поддаты. Thank you.
рублей это купить. Ну, я знаю, но это все можно купить. Не жуми! Проблема у нас в этом поселке другая. Надо прекратить завоз спирта и прекратить браговарение. И все. А крайне тут меня находить не надо. Помещение есть, хватит, сюда можно все занести. Все спиртное занести и закрыть. Вот мне довели 1 миллион. Я должна чем его наторговать? Скажите мне, пожалуйста. Чем? Когда не было спиртного в поселке, точно так же и суициды происходили. И все, что тут происходило. Ладно, хоть спиртного здесь не было. Я говорю, хорошо, что у меня нет спиртного. И то же самое происходило. Еще хуже даже. Сейчас спиртное завезли. Не завозите спиртное вообще в поселок. Ставьте этот вопрос. Там глава администрации. Ставьте. Не завозите спиртное вообще. На основании свода граждан было принято раз в 2 недели крепкое спиртное. Пока пиво было, да, действительно продавали. И после работы, и это все разрешение было. Вот, без проблем. Сейчас пиво закончилось, но надо уже чуть-чуть придерживаться. Значит, первый раз буду судиться, никто еще не судился. Всегда так было. Я еще помню даже в детстве. Так оно и было. Проговорение как было, так оно и есть. Спиртное завозят в магазин, спиртное привозят и на корабле. Но самое страшное то, что дети страдают и молодежь. Молодежь, школьники уже все, начинают пить. И вроде бы старики и дедушки, бабушки все понимают, что нельзя детей спаивать, нельзя к этому приучать. Очень даже тяжело, сложно. То же сейчас каждый день продажа, чуть ли не свободная. Понимаешь как? Да. А у нас-то население маленькое. Вот сегодня, например, если учитель напьется, значит, срыв учебных занятий. Истопник напился, а все, школа не будет работать, или детский сад не будет работать. Что ты от меня хочешь? Ты вот сколько работаешь у нас? Вот, допустим, сколько ты работаешь у нас? 5 лет? Что ты хочешь сказать? Ничего от тебя нету, никакой энергии, никакой такой. Запретить пьянству! Запретите все. Запретить! Запретить! Хотя я сама пью, но запретить надо. Свет, запретить. Ну а как вот тебе сказать, вот запрещаем тебе пить? А вот знаете... Что нам нужно? Новый клуб построить, комплекс такой, спортзал какой-нибудь красивый такой, чтобы и костюмы были, конечно, и кафе какое-то, чтобы пойти чай попить, хотя бы чай попить. Все, вот это надо, вот это для меня счастье. Пока я живу, мне 47 лет. А я хочу для детей вот этого счастья. Трактор проезжает, ну. Дом дрожит. Трескается. Даже мухи залетают. Откуда-то щелей. Мухи залетают. Все ясно. Ну ты придешь, короче, я тебе дам мешок цемента. Падает весь. Я тебе дам мешок цементу, и эту дискуссию мы закончили. Ты хороший парень, работящий, сделаешь, короче, так, как нужно. Ну, все. Если будет. Если будет, так ты подходите, а короче. А кирпича-то спрашивай. Нету целого. Кирпича нету, у меня кирпича нету. Придется то, тогда, что вы надеетесь, уже сейчас зима на вы надеетесь, да, на строителей. Я тебе сейчас дам цементу. Угу. Дам сейчас тебе цементу. Сколько тебе нужно? Сколько ты унесешь? Я тебе 50 килограмм, я тебе дам даже 50 килограмм. Ну бери, делай. Тебе тяжело? Бери мешок, иди неси.
рассыпем мы на два его мешка, на три мешка, короче. Но я тебе носить не буду ни цемент, ни... А можно я машину попрошу? Машина не пойдет, потому что бензин и солярка стоят дороже, чем, как говорится, привезти этот цемент. Вот бери упряжку, и мы тебе нагрузим упряжку и повезем. Бери еще цемент. Да, а что, моржей возите, короче, ездите, Уйлен, Пинчон. А цемента-то нету. Я тебе дам цемент. Я тебе дам цементу. Я помогу. Иди. Давай. Иди, короче, давай. А я приду. Вот ты приходи. А то вы ждете, ждете, как говорится, это самое. Пока все вам сделают строители. Вы сами не ходите. Нету интеллигента. Хватает несколько поговорить. Там запиваешь. Тоже информация одна и та же. Охота, там это просто. Я на дирижера учился. Сам начал, вот библиотеку взял, и ни нот, ничего не было, а вот взял эту как энциклопедия музыкальная. Ответ, вопрос. Вопрос, ответ. А оказывается, этой стране ничего не нужно. Кого ты будешь дирижировать? Медведей? Ха. Хор, да, медведей. О. Thank you.
Когда в садик будете это, заходить, что вы будете говорить? Еток. А ты, Алёна, что ты будешь говорить? Еток. Самостоятельности надо вот этим людям, чтобы они это осознавали то, что они делают. Ответственность, да. Они как-то безответственно, все у них самотеком здесь идет. Вот пришли там, поели, не покормили. Постоянно в садике, в школы дети за ними, как ребятишки находятся. Они самое главное, наверное, вот до 2 лет их растят, остальное пошло на государство. Что их обеспечивают, кормят. Дети рано уходят из дома, с семей. Потому что тут до 4 классов всего дети обучаются. А потом дитя уходит. Дитя нет. Вот. Суицида много, очень много, особенно парней. При мне уже был один суицид, хотя 7 месяцев всего здесь. И до меня в прошлом году 3 уже. Не слушают даже они, не хотят слышать. Сюда специалистов надо, педагогов. И администрация, чтобы контроль был, вот, чтобы постоянно было. Как типа воспитательной работы тех же учеников учили, так же этих людей наших. А я тебе отдал по дешёнке, что ты пойдешь купишь, на меня, Вася, даже ты купишь. Сам жизнь отдаю. Ты заходишь, вот стопарик, хотел, чтобы тебя тебе зажать, пошёл. Иди сам, угощай человека. Подожди, я скажу слово. Говори. Горбачев. Уже запел. Уделил внимание, точку сделал на этом вот. Запретил пить, да? И началось бахханалия в России. Понимаете? Это же была катастрофа для России. Этого нельзя было делать. Надо было не обращать внимания. Лекарство дать, а? За... Лекарство там, дать, за чтоб ты водку забыл. Дубиночкой по горбу 2 раза. Нас и сразу забудешь ее, как ее называют. Утрировать меня хочет, утрировать. Упростить, что я никто, ничего. Почему? Человек нормальный. Вспоминай давай. Учебу свою, ты ж учился грамотный. Здесь был перекресток торговых путей. Там есть захоронение на сопках из оленьих рогов. Это экзотика. Это вообще уникальные сведения о том, что было. Но если бы мне бы хотя бы грант дали чуть-чуть, я бы бросил пить. Я бы начал работать, я бы все написал, все, что я помню, все, что знаю. Мы бы столько узнали. Вот забудь водку, начни дневник свой писать, и станешь человеком. За раз это все не сделал. Время, время, time, time. Every time. Вообще, неинтересно тут там по собачьи жить. Это ж вообще вся грязь и пыль, все. Харчей, еды нету никакой, вот, ни яблочко, ни то, ни то нет. Привезут там, она все испорченная, 3 цены. Какая выгода? Нет выгоды. Надоело все. Сейчас вот домохозяйство завести и жить себе дома спокойно, старость доживать. Хватит, уже надоело скитаться.
было то, слушай. Ага. Нет, по-моему, он впервые у нас был выявлен. Тоже гепатит Б? Носитель. Носитель, да? Так, носители. Вот 21 человек у нас. Поднимем сюда.
never forget the time when we were young. I was a boy who played with a ball made of socks. I grew into a man who played in teams that made history. I never expected to fly so high. Especially when I look back on my humble beginnings. I believe studying is fundamental. Северо-западный проход свободен. Об этом сообщает Европейское космическое агентство на основе анализа спутниковых фотографий. Маршрут через канадские арктические воды, соединяющие Атлантику с Тихим океаном, самый короткий путь из Европы в Азию, раньше был круглый год закрыт льдами. Теперь из-за постоянного таяния льдов проход впервые открылся для навигации. Для многих судоводителей он окажется куда более дешевой альтернативой, чем Панамский или Суэцкий каналы. И по данным специалистов, гораздо раньше, чем ожидалось, может открыться и северо-восточный проход, то есть Северный морской путь, маршрут из Европы в Азию вдоль российского побережья. Однако ученые серьезно обеспокоены темпами глобального потепления. Скорость таяния полярных льдов увеличивается с каждым годом. Искажают историю. Со среднего века сразу коммунизм загнали людей. А теперь с коммунизма куда-то обратно гонят. Люди запутались конкретно. И совершенно уже неизвестно, в каком они состоянии, в каком размере времени находятся. В дебрях. Куда идти? Что делать? Что не делай, плюешь против этого. Писал заявление еще в 80 каком-то году. Дайте мне какой-нибудь уголочек, я сделаю музей. А при музее поделки пускай делают. Безработный раз. А вот партию сделали. Указывал бланк, сколько за сколько. Я отправляю. Целая папка. Заявление, которое я писал. Видишь, как? Очень странно. Да там где-то им не выгодно, чтобы очнулись и начали что-то делать. И без помощи рук. Раз, два, три. По всему побережью же яранги стояли. Некоторые подальше, некоторые поближе. Ягода прямо около порога растет. Чистенько, ни одной бочечки, ни одной баночки вообще.
а сейчас все ржавеет. Там выйдешь, наберешь. Озера какие чистые были, да? Да, такая ностальгия прям по прошлому. Ой. Вот наши не увидели, да, дети? Аннушки вертолеты садят. Да, Аннушки летали же у нас. Красота. Ну, с одной стороны, а с другой стороны тоже. Интернат, и когда при живых родителях, вот интернат. Зачем здесь было интернат, да? Родители дома, там двухъярусные кровати. И все, каждую ночь я отпрашивала домой у сторожа, чтобы дома переночевать. А потом родители ругали. Конечно, молодые же, господи. Все же веришь людям же, старшим веришь. Те же учителя. Хотя, в принципе, учителя у нас очень хорошие были. Это медицинская карта. Уходим. Посчитайте. Юля, посчитай, сколько детей. Уходим от вертолета все. Хорошо учиться, да? Все равно надо всегда кому-то верить, чему-то хотя бы, ну, я не знаю. Я, например, вот девочке своей дочке говорю, все равно надо кому-то верить, и надо, ну, чтобы себе было легче вот на душе, да. Ну, пусть, ну, я не знаю, все равно надо верить. А кому, я не знаю, лишь бы.